всех обнял, приподнял. С вами Иллинойс, и я продолжаю проходить Зов моря, Call of the Sea. И если вам понравится видео, и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него, вам это будет несложно, а мне приятно. Да, мне прям очень игрушечка понравилась. Хочется разгадать эту тайну, куда пропала команда. Да и вместе с ней муж главной героини. И что вообще на этом острове происходит. Ну и плюс еще графически игра не подкачала. Очень так все выглядит симпатично. Так, у меня есть... А что у меня есть? У меня есть зарисовочки, которые надо применить. Где у нас находится мост? Так, ага, 5 у нас, отлично. Значит, верхняя так, дальше идет солнце. Ага, хорошо. Дальше рыбёха. Так. Дальше вода и птица. Вода и птица, да? И хрен там. Плавал. Не то. Подожди, вода была... А, может быть... Да, сижу, думаю, что делать-то? Значит, не так. А может быть, по количеству... Там 3 получается, да? Море. А здесь у нас... Три там. Здесь сколько у нас? И здесь у нас... Ага, одна такая штука. А может где-то там... Не, ничего. Не нарисовано. Погоди. А, вот и, наверное, подсказочка. Вот 4, да? 4. Может быть, по зубьям считать? Давай глянем, сколько здесь зубчиков у нас. Где у нас столбик? А, ну да, слушай. Подожди, нет, 4. А может быть, как-то посмотреть? What a beautiful mountainous landscape. А нигде подсказочки нет еще? Может быть? Да нет. Так. Окей, давай-ка выйдем туда. И у нас еще здесь. Нет, не подходит, да? Тоже. 4. А если посчитать... ну, давай посмотрим, а там, на поляне...
Посчитать их количество? Ну, может быть, да. Вот этого крюка такого нет. Такого нет. Да нет. Ничего такого. Хм. Это так, это так. Три. Три, три, три. Не, не то, все. Подожди, может быть, солнце, птица, скала, море, рыба? В таком вот варианте. Ну, либо в таком варианте надо попробовать. Ну, погнали, ладно. Я думал, что проще. Все будет. Ну, сейчас проверим. Сейчас глянем. Несколько вариантов. Слушай, ну подожди, наверное, да. Солнце. Солнце. Скала. Птица. Ну да, наверное, может быть и правильно я думаю. Давай сейчас так сделаем. Здесь нигде, да, подсказочки никакой нет? Да нет, откуда здесь будет что-то? Мы здесь все уже осмотрели. Все поизучали. Ничего. Инструкции какой-нибудь неожиданно на скале где-нибудь. Чего-нибудь подобного такого. Нет, а на самом мостике тоже ничего. Так, давай-ка осмотримся здесь. Здесь у нас... ну вот, мне все верно, я считал. Вот, да. Солнце, птица, да, все верно. Я и без этой подсказки разобрался. Хорошо. Значит, у нас выходит солнце здесь. Потом идет скала. Потом дальше идет птица. Потом море, потом рыба. А, не то. Птица, потом скала, ё-моё. О, отлично. Все вышло. Здесь что-нибудь ткнуть нельзя. Полезного чего-нибудь нельзя найти. Какой-нибудь там секреточки. Чтобы получить ачивочку. Не, ничего. Ничего. Воу-воу-воу-воу. Экспедиция Эверхарта. Глава вторая. Wow, what is this place? Интересно, а здесь вообще будут еще какие-нибудь живые души? Something missing here. Или уже никого в живых нет. И из этой экспедиции. Не, ну так симпатично все. Конечно, очень симпатично сделано.
Так, осматриваем все. И я пришел оттуда, да? А ну-ка. Вот это что такое? Это нельзя, нельзя что-нибудь тут нажать? Что-нибудь поискать, отыскать? Не, ничего. Ладненько. Ладненько. Идем сюда. Так, что у нас тут? Детонатор. А, не вон решили как? Взорвать? Понятно, они решили взорвать древний люк. Нехорошая идея, конечно. 14 июля. Я приехал на богом забытый остров всего на несколько дней, и вот уже почти две недели ничего не делаю. Этот богатый придурок вообще собирается открывать люк в ближайшее время? Я не собираюсь снова ждать мистера Всезнайку. Как тогда в лифте? Пусть лучше он даст мне самому разобраться с этим. Мы же не просто так привезли динамит. Понятно. Так, это что у нас? Ну, кубик может нам что-то тут подсказать, помочь, может быть, на что-то там натолкнуть. Не, ничего. Даже если так приблизить, посмотреть поближе. Король, валет. Ага. Это какой-то кубик для покера получается. Ладненько, прикольно, кстати. Такие не видел я кубики ни разу. Надо бы посмотреть такие кубики, может быть, приобрести очень клево. Nice comb. Ничего, ничего. Who worries this much about their appearance in a place like this? Ничего никак, да? Ничего интересного. Ладно. Хорошо. Это мне чем-то напоминает этот игру LA Noir. His real name was Costas? Имя владельца Костас Апостолу. Адрес владельца в Соединенных Штатах Америки. Манчестер Венюлас. Ага, экстренный контакт. А, 306-846. Может быть, как-то запомнить или не стоит. Ничего нам не даст это дело. Looks like this fellow was a real heartbreaker. Поцелуй, парочка и... Quite a looker. A fashion model, maybe. Роя лучшему каскадеру Голливуда. Very neat. They were packing a lot of heat when they came to this island, but they took all the guns with them. Ну, может быть, и нам в скором времени придется тут обзавестись оружием. Хотя хрен знает. Да. Что-то здесь странное произошло. Прям очень-очень странное. Мы, значит... Так, чтобы я не запутался. Мы пришли вот сюда. Ага, вот сюда. Все. Опа. Let me record it. So, you said you've been on this island before. Yes. Some years ago. I made a rookie mistake. I did it from my fishing route to go to what looked like a better spot. Less than an hour had gone. By when suddenly, my va'a, my canoe overturned. And I got this lovely souvenir from that mistake. Heavens, what gave you that scar? It's not a what,
But who? I don't know. I didn't get a good look at it. But it seemed like a sea creature I never seen. Anyway, I was lucky enough to reach that Whiteson beach. The one where we landed on the island. A man came 3 days later and got me out of there. He brought me to the port of Papeete without speaking a single word. Time passed, and I promised myself that I would go on with my life and forget about the damn island. Why did you agree to return to the island, then? I need to know what happened to me, to discover the truth. I don't know if you get me. Absolutely. Все? Окей. Хотел сказать, бедный Леонардо. Такой панцирь сейчас можно было бы на себе надеть и бегать здесь орать. Эй, черепашка-ниндзя, чё? А, ну да, слушай. Хижина черепашек-ниндзя, что ли? Здесь была. Так, ладненько. Looks like some of the crew members didn't get along too well. A forbidden ritual? Он предупреждает нас об этих развалинах. Говорит, что здесь проводится какой-то запретный ритуал. Это древние геометрические каменные сооружения, не похожи на полинезийские. Для чего они были нужны? Он дал по амулету каждому из нас, только Гарри сохранил свой. Проводник не хочет приближаться к развалинам. Почему он так боится этого колодца? Погоди. А что там? А, это просто же могу вращать? Да? Ну да. Там просто увидел, глаз загорается. Думал, может, что-то полезное. Так, а как-нибудь пройти я могу здесь? Там какой-нибудь секрет найти? Вот как мы бочку там какую-то откопали с вами. Не, ничего. Ладненько. Ну что, здесь осмотрелись мы? А, нет, не все, еще осмотрели, слушай. Вон еще хижина одна. А, вон даже как. Рой Фрэнк, думаю, мы закончим игру в лучшем из миров. Покойся с миром, старина. Рой Грэнджер. I never thought that this expedition would cause anybody's death. I'm sure Harry never thought so either. He'd known this was going to happen. He'd never have come here. Did they use all the dynamite? Explosives. Looks dangerous. Такая игра, чисто, я так понимаю, ходить, бродить здесь. Навряд ли нам будут давать пистолет здесь, с кем-то там в перестрелках участвовать. Просто ходим, бродим, изучаем, осматриваем. Что-то где-то с чем-то взаимодействуем. Ну... They use the emblem as a headstone for Roy's grave. This one resembles a shark. Так. Ага, зарисовочку сделана. Видимо, может быть, да, где-то это нам понадобится. Если я кому-нибудь понадоблюсь, я буду в медицинской палатке на выступе. После того, что произошло, мне надо узнать побольше об этом колодце. Дэвид. Дэвид. Ладненько. Ну что, все осмотрели? Все поизучали, да? Сюда... I hadn't been close to a grave since my mother's burial. Shortly after she died, my lovely Dalmatian spots, as Harry used to call them, appeared. We thought it was nothing at first. Вот так, ну все вроде бы. Подожди. Сюда мы успеем, а вот здесь путь куда? А, подожди, а может быть все-таки заходить сюда? А, ну сюда... The river cuts through that canyon. It doesn't look safe to cross. Перейти мы здесь не можем. Так, осмотримся тут. Ну, значит, туда, да. Тут путь нас ожидает. Look at this little fellow.
an amulet with a carved Marquesian cross. The symbol represents balance and protection. Окей. Хорошо. Так, это посмотрели. Ну, погнали, значит, сюда. В статуэтках ничего не может нигде быть. Ну, вроде бы... ничего. Ну, погнали. Нас, наш путь следует сюда. I found the luxury huts pretty swanky. Mm-hmm. Смотрим. Look at him. Giddy as a schoolboy. Ichor? Черная жижа. Интересно. You put together quite an expedition, Harry. And all just for little old me. Угу. Так, что у нас тут? А, надо подобрать, да? Размер. Так, секунду. Ага. А что мы должны сделать? Я что-то не могу понять. Подожди, а тут какая-то штука. А зачем она? Не пойму вот этот момент. Мне надо как-то залить, получается. Это какое-то простое решение получается. Не. Чё-то не пойму я. Ну да, я тоже что-то... А, ну вот здесь можно будет почитать сейчас, да? Не могу найти правильную комбинацию. Угу. Хорошо, ладно, сейчас разберемся. Black ooze. In a telescope? Угу. Хорошо. Тут у нас что? Фиксатор линз для очков Тилингаста. После настройки это устройство оптически концентрирует спектр резонансных волн. Наблюдение через линзы влияет на шишковидную железу человека, что позволяет ему смотреть в другие планы реальности за пределами спектра, которые мы воспринимаем как наше измерение. Все права сохранены. Кроуфорд Тилингаст.
Ага. Ясно, понятно. Так. Jeepers, a stranded ship. Ага. Хорошо. Тут чего-то не хватает. Сейчас разберемся, чего не хватает. Далее, что у нас тут? My dear old pal, I know you won't ever read this letter, but I'm accustomed to writing you, and it comforts me in this strange place. This island is riddled with secrets. So many secrets. But I'm not only talking about mechanisms and contraptions, Laura. I dare say that something on the island clouds one's judgment. Otherwise, I don't have an explanation for Roy's actions. The man was arrogant, impulsive, and a little cocky, but he was no fool. We weren't friends by any means, but he didn't deserve what happened to him. Nobody deserves that. We may have made some progress in finding the cure for your illness, but at what price? I miss you so much, Nora. Harry. He may not say it explicitly, but Harry blames himself for Roy's death. I know him too well. And I miss you too, Harry. Так, ладненько. Хорошо. Это все отлично. Вопрос такой. Скажи остальным, чтобы собирались как можно быстрее. Мы должны добраться до побережья с черным песком. Что-то случилось с кораблем. Берите только самое необходимое. Так, значит, нам надо разгадать сейчас, как действовать с этими линзами. Давай сейчас я пробегу здесь, сначала все осмотрю. А потом уже... Предмет вставлен, древний механизм. Угу. More drawings. Понятно. That Frank seems to feel guilty for whatever happened. Мистер Эверхарт, я все еще не понимаю, что произошло. Рой не хуже нас с вами знал, что черная жижа очень летуча. Я не хотел бы верить ему, когда он сказал, что вы ему разрешили. Больше такого не случится, Фрэнк. Угу. Так. Знак череп. I've seen Harry keep even restaurant checks for bookkeeping. He would never tear up a piece of valuable information. Ага, так. Хорошо, сейчас соберем тогда. Ну, наверное. Ну так, наверное, да? Но подходит, что так. Далее. Сюда. Далее, похоже, вот сюда. Теперь. Нет, не то. Вот так. Хорошо. Далее. Вот теперь вот так вот. Прекрасно. Так не говорите, что мне надо будет сейчас отыскивать все куски. Не хотелось бы этим заниматься, но походу, что да, придется искать. Вот так вот, да? Будет правильно. Не, вот это не подходит. А вот здесь, наверное, подойдет. Вот сюда подойдет. Да, отлично. Вот сюда тоже подойдет. Да, надо будет куски сейчас искать нам. А, зачем? Подожди. Зачем нам что-то искать, если вот так вот, да, собираем? Ну да. Все верно. Ага. Ага. Все, отлично. Это сделали. У нас есть акула. Так, черепаха первая, акула вторая. Еще надо будет нам сейчас найти эти. The parts of the tiki on this column seem movable.
Не, конечно, можно методом научного перебора все это сделать. Покрутить. Тут не так много крутить вообще получается. Но хотелось бы все-таки задачку самому решить. Найти решение. А то эти методы научного тыка все, конечно, хорошо, но лучше самому. Уважаемый мистер Эверхарт, мы глубоко сожалеем о том, что вы не приняли наше предложение профинансировать нашу экспедицию. У нас всегда были прекрасные отношения с вашей семьей, и мы рассматривали это предприятие как уникальную возможность для обеих сторон. Мы желаем вам удачи в вашем путешествии. Вам она, конечно, не понадобится. Искренне ваш Калеб Боуэн, общество... Чего? Не понял. Так, здесь ничего, да, у нас... Окей, все, конечно, прекрасно. Вопрос такой: нам надо с черной жижей этой разделаться. Можем сходить, а сюда мы можем сходить? Мы сюда. Так. Harry hated asking his parents for money to fund this expedition. The Everhearts are a wealthy Boston family, quite old-fashioned. They were never really pleased with his eldest marrying a middle-class girl. That's why he wanted to get away from them as soon as he could. Just like his siblings did after him. Так, я так понимаю, что надо что-то делать нам с этой черной жижью. На карте. Не на карте, не знаю, как назвать. Я так понимаю, откроется какой-нибудь там этот проход. Другое измерение. Ну, как я понимаю. А так вроде все осмотрели здесь. Вот с этим вопросом я не разобрался. Я даже не находил что-то подобное. Так, давай-ка посмотрим зарисовки. Журнал. Угу. Это все. Это ладно. И все, да? То есть так мало. А здесь? А здесь ничего. Маловато будет. Так. Чуть так много прошли, а по сути-то и... Это мы смотрели. Ну, значит, надо разгадывать это дело. Понять, что да и как оно работает. Так. Ну да. Все-таки я не могу понять, как она работает. Эта штуковина. Jeepers, a stranded ship. Something's missing here. Чего-то не хватает. Не, надо что-то... Ну, все-таки как-то... Я не понимаю. Мальца не понимаю, как с этой херней работать. Может, здесь?
А, это подъемник, да? Ха. Так. Ну, я нигде не видел. Четыре здесь. Значит, может быть, как-то... Погоди, а может быть... Акула... Акула-скат-осьминог. Подожди, а может быть здесь где-то что-то похожее есть? Может, все-таки... А, ну, подожди, а вот... Лапы-осьминога. Не, не то, я что-то придумываю. Потом акула. Как-то она тут завернута. Что-нибудь похоже на акулу здесь есть? Погодь, 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 погодь. А ну-ка. Вот знак. Ага. Вот на черепахе вот такой знак. Далее. Здесь у нас должен быть вот такой знак. Да? Или нет? Акула. Не, все не то я делаю. А может быть то. Ну, навряд ли это будет все-таки относиться. А может быть относится. Слушай, вот на черепахе вот такой знак есть. Акула. Может быть вот это. Кстати. Очень похоже. Вот это, да? А, здесь знак такой же. Ах. Ладно, все не то. Что-то я придумал. Хотя, может быть и то. Хрен знает. Но это на осьминога. Щупальце осьминога, типа того. Ладно. А здесь... Где-нибудь подсказочка есть какая-нибудь? Да, нет, ничего. А внизу... Ох, окей, окей. Пока что не пойму. Не пойму, что делать. Нам нужна линза. Ее линзу надо вставить сюда. Я линзу взять не могу, потому что линзу, я так понимаю, надо вытащить как-то отсюда. А как здесь комбинацию понять эту? Вот эти три линии. Или это перечеркнуто? Это, наверное, может быть перечеркнуто. Ну, а... Или надо от этих...
А какая шкала должна у этого? Не, все не то. Я не понимаю. I'm not really sure how this thingamajig works or what to do with it. Реально я не понимаю. И мне вот кажется, все-таки... Все-таки... Концентрирует спектр резонансных волн, наблюдение через линзы. Интересно. Подожди, а может быть я неправильно? Все-таки осьминог вот так вот. О! Нормально, а... Как вышло так? Черепаха. А я не пойму, а каким боком так вот вышло? Ну, это осьминог, да, у нас пасть языком. Ладно. Ну, вышло так вышло. Главное, что получилось. Пойдем посмотрим. То есть, получается, эта загадка была все-таки вот это взаимосвязано с этим, что ли, выходит. Так, здесь у нас что? Берем камень. С этим камнем, как я понимаю, надо... Опа. Кое-что вижу. Если покрутить... Ничего, да? Ну, а у поля. Ясно, понятно. Так, значит, взяли камень, есть. А, может быть, это никак не совпадает с этим? Это просто я случайно подобрал здесь? Может быть, кстати. И где-то есть эта картина, по которой можно было подобрать бы. Есть камень. С этим камнем мы можем сходить туда? Попробовать его воткнуть. Тут разъемчик. Не, я надеюсь, хоть кто-то остался в живых. После этой экспедиции. Так, отлично. И чего? Надеюсь, на меня не упадет эта херня. Так, шикарно. Дальше осматриваемся тут, что у нас. 14 июня. Этот идиот Рой разнес люк в дребезги и сам взлетел на воздух вместе с ним. Не волнуйтесь, док, мы с мистером Эверхартом обо всем договорились. Это будет направленный взрыв. Ха, еще 3 фута, и я бы уже не рассказывал эту историю. Меня всего забрызгало этой черной жижью. Я потратил целый вечер, чтобы отмыться и очистить одежду. Угу.
кожные изменения, как на моих руках. 15 июля. Сегодня на моей левой руке появились кожные изменения, похожие на ангиомы. Может, это какая-то аллергическая экзема? Цианоз? Будем надеяться, что нет. Я взял несколько образцов своей крови для анализа. Попросил фотографию руки жены Эверхарта. Окей. 17 июля. Пятна на коже двигаются, я их чувствую. Есть ли кто-нибудь в колодце? По ночам я слышу голоса. На самом деле я могу похвастаться, что они зовут меня по имени. И кто играет эту музыку? Воу-воу-воу. Тут начинает сходить с ума здесь, получается. Да, с ума сходит. Баю-баюшки, баю. 1879. Прекрати играть, прекрати играть, прекрати, 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 хватит. Мне очень нравится. Так. О-о-о-о-о. А, это я хожу. Фу, блин. Я думал, кто-то там стучится ко мне куда-нибудь. Так, неопределенное вещество пульсирует, поражает эритроциты. Погоди, а может быть здесь... Двенадцать тысяч сорок шесть. Но хорошо, что героиня все-таки имеет привычку все это дело документировать и записывать к себе в журнал. Это очень-очень хорошо. Is this a picture of my hand? 15 июля. Фотография моей левой руки. Cripes! This man was splashed with that black liquid. Whoever took this picture must have a really cool head. Ладно, так. Хорошо. Но мне бы подсказочку на то, как там разобраться с теми черными пятнами. I can't stand the smell of medical equipment. Reminds me of my illness. Вот, наверное, здесь нам сейчас и подскажут. Потому что вижу какой-то... Так, мы бахнули, а не здесь. Вот любители этих, эти искатели всего и все. Полезли куда-то, что-то бахнули, взорвали. Вот и не сидится на месте. Что-то где-то копнули, не знаю, что копнули. И это... И полнейший бздец всей этой, к этому, экспедиции, походу. Так, ну здесь больше ничего интересного, нет? Вроде бы все осмотрел, да? Как опа. Так, а здесь я уже был. Окейшки. Так, ладно, спускаемся вниз тогда. Погнали. Well then, I'm going down. Come on, Nora. Deep breath. Голоса слышу. Is somebody whispering? Hello? I can press these star-shaped tiles. Whoa! Is it calling to me? Ё-моё, это что было такое? А, вот и походу подсказочка. I almost feel as if they're watching me. Were these eyes related to the ritual? Do they have two pupils? Видимо, вот это и есть подсказочка, но... Another eye. I hear whispering. Mm-hmm. Are these ornamental? Or... something else.
Так, ладно. А чё, вот это все надо нажать здесь, что ли? Не? Ага. Вон оно что. Так, погоди, а это я? Опа-ля. Так, окей. The whispering, it stopped. Was I imagining all that? Ну да, получается, наверное, вот это дело, это и есть линза, да? Тик-тик, тик. Хотя хрен знает, хрен знает. Так. Что мы должны здесь сделать? А, все что ли? То есть мы все, что надо, то и сделали? Все как надо? Ну, походу, что да. Раз больше не нажимаются эти штуковины. Хорошо, так. А, подожди, а может быть нажимаются? Все, а, все нажимается. Это я тупанул. Не? Так, подожди. И сюда, что ли, протащить надо? Подожди, здесь надо какой-то рисунок нарисовать, что ли? Выходит. Определенный. Ну, выходит, что так. А, я спустилась в колодец, который взорвала команда Гарри. На стенах были изображены странные глаза. Они звали меня, направляли меня. Я что, с ума сажу? Во время взрыва так, ага. Так, ладненько, пошли сначала сходим сюда. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Ёханый ты бабай. Куда-то, ребят, вы полезли не туда. Сунулись. Я говорю, сует везде свой нос. Ритуалы, другие реальности. Забытая цивилизация не полинезийская. Черная жижа использовалась для проведения ритуала. Проверить проверить брошюру Тилингаста. Ага. Повторить ритуалы. Повторить ритуал, изменить изобретение Тилингаста. Мистер Эверхард, доктор ведет себя очень странно с тех пор, как его забрызгало этой жидкостью, черной жидкостью. И ему стало хуже после того, как он перебрался на вершину утеса. Не спускайте с него глаз, Фрэнк. Вот, а это, наверное, мы сейчас сделаем шорткарт себе, да? Да. Отлично. Отлично, отлично. Не сдвинуть никак. А я могу здесь? Ну да.
Слушай, надо какой-то рисунок сделать. Где его только найти? Пока я его здесь не вижу. Ладненько, ладненько. Значит, пошли туда. Сейчас будем, может быть, здесь нарисовано где-то. Как что, где соединить с чем-то. А, это так, это так, так, так. Угу. Нет, да, здесь у нас звезды, звезды. Все не то. Ну, погнали тогда наверх. Может быть, и я так понимаю, сейчас у нас будет возможность уже разобраться с той задачей. Ну, погнали туда. Конечно, можно было бы этот, конечно, процесс немножко это ускорить. Ну, а то вот эту механику постоянно смотреть, как она поднимается, как она спускается. Хотя она тут все записывает. Ух, смотрим. Ага, это мы увидели. Ну, я так понимаю, вот это надо подобрать нам. Правильно? Или нет? А ничего больше крутить я не могу, здесь только это дело. А насколько большой надо делать? Чё-то ни хера не понимаю. Реально. Но сейчас она уже не говорит о том, что я не понимаю. Она говорит, я так понимаю, что она уже понимает, как все делать. Так, ладненько. Погнали. А, одна лин... А, тут подожди. Ну давай попробуем... Не-не-не. Так вот, да? И посередине. Если... А, ну такое пятнышко, да? Далее, где-то здесь... С края выходит... Большое. С правой стороны. Вот так вот, да? Теперь где-то вот так вот маленькое пятно. Есть такое дело? Есть. И вниз уходим сюда. Подожди. Так, нет, сначала мы уходим.
вот сюда и делаем какое пятно там маленькое, здесь раз, два, например. И сюда. Раз, два, три. Все отлично. Да, все получилось. Мы забираем это дело. Идем сюда. Это дело присобачиваем здесь. Хорошо. Так, смотрим. Воу. Ё-моё. А вот и рисунок, который нам надо сделать на полу. Угу. Ю, отлично. Шикарно. Значит, спускаемся здесь. Не, но все равно это клево. То, что она все зарисовывает. Как вы помните, сколько я игр проходил. Всяких там квестов. И многие страдают тем, что просто банально он там какой-нибудь следователь. И у него нет банально фотоаппарата, либо какой-нибудь записной книжки, чтобы записать находки. Так же не должно быть. И ты сидишь с фотоаппаратом, ну, с телефоном, фотоешь все. Отыскивая решение. А, это мы сделали. Теперь у нас есть... Как я понимаю... Вот это главная звезда. Музыка так поменялась. Дальше мы сюда идем, что ли? Сюда дошли, да? Потом вот сюда поперли. Потом сюда, получается. Потом дальше. Вот сюда. Выходит. Дальше. Сюда. И сюда, что ли? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, не-не-не, чё, лестница, твою, давай, лестница, да, ну беги ты в лестницу, да, ну к лестнице беги. Да ну чё такое-то, ну в чём проблема-то была? Паника взяла вверх над нашей героиней. What is this? Where am I? Am I dreaming again? This is different. It isn't my recurring dream. Я не понимаю, а кроме птиц и насекомых, какие-нибудь другие живые существа нас будут здесь встречать? Хотелось бы это, а он встретит и живых. Опа, подожди, это что за тварь? Это же это... Это же... Moses, what... Это существо, да, слушай. Какой-то Годзилла там нас ожидает. И сейчас такое, вы играете в новую часть бога войны. И вам надо сейчас будет с ним биться. I... No, no! Не, ну хоть это, слушай, хоть... Существо какое-то живое. I can breathe. Underwater. Хоть какое-то живое существо мы тут нашли, увидели.
Так, это лабиринт? Или нет? Да хватит там тонуть, Девушка. Охренеть. Короче, это какие-то это... Хотя, подожди, это может быть это, Ктулху? Реально? Что-то с этим связано? С этой вселенной, Ктулху? Или нет? Или нет? Исчезновение леди Шеннон. Блин. Интересно. Реально интересно. Прям, что там дальше нас будет ожидать. Но мне надо уже заканчивать эту серию. Это я так могу бесконечно сидеть, проходить ее, эту игру. Ну, мне такие проекты нравятся. Не хватает, конечно, немножко это... Побольше экшена в плане головоломок. Новостное агентство Уорд Блейк. Все, пытался вспомнить. Лавкрафт, да? Ктулху у нас там создал, написал про него. Роберт Судам с женой найдены мертвыми в море. Культ ритуала. Интервью с инспектором Джоном Рейнмондом Леграссом. Странное происшествие в Массачусетсе. Исчезновение семьи Гарнер и их фермы в Архиме. Автор... Ага. Так. Ну давайте немножко сейчас еще пробежимся здесь. Осмотримся. Нью-Берипортскую Тиану привезут в Бостон автор Уорд. Угу. Ясно, понятно. Фрэнк пытается починить музыкальную шкатулу Гарри, как раз перед нападением. Все. Так. Здесь посмотрели эту палаточку. Она сказала, давайте осмотрим все палатки. Опаля. 30 июня. Прибытие на остров. 1 июля мы разбили лагерь. 14 июля Рой взрывает люк колодца. 24 июля мы снимаем лагерь и перемещаемся на побережье. 14 июля. Последняя запись в судовом журнале «Леди Шеннон». Тот же день. Понятно. Так. Что у нас тут? The expedition only has five members now. Чё-то как-то не туда они полезли. Я думаю,
Нора, надо нам, как говорится, ноги в руки и сваливать отсюда. Чё-то куда-то мы впутываемся, все глубже и глубже оказываемся по шею в дерьме. И может быть, муж пускай это, как бы. И пускай, может быть, муж, как бы это, ну, останется здесь, чего спасать. No power. A handkerchief with the letters EDW embroidered on it. It's stained with blood and black ooze. Как бы... Это его выбор был поехать сюда. Он должен был к этому всему готов быть. Вот, ну, без вести так без вести, все, пропал. Зачем ехать-то его спасать? Ну, может, такая сильная любовь у нее к нему. Фрэнк и Тихоро пойдут за работой в мастерской. Фрэнк, я понимаю ваши опасения, но мы не можем оставить Гарри здесь одного. Я знаю, вы, должно быть, думаете, что меня интересует только сенсация, но что бы вы сделали, если бы ваша жена заболела? Неужели бы вы позволили ей умереть? Я останусь здесь до конца. Ага, погоди, нападайте отсюда. Мисс Уорд, мы в большой опасности. Посмотрите, что случилось с доктором Дэвидом. Мужик совсем поехал крышей. Я считаю, что нам нужно убираться отсюда немедленно. Мистер Эверхард тоже уверен, что нам следует уходить, пока не увидели, пока он не увидел этот орган. Поможете мне убедить его, Фрэнк? Ага, так. Орган, орган. Так, здесь у нас что? Вчера камни танцевали под мою песню. Мою песню. Угу. Хорошо. Так. Это все осмотрели. А, еще. Главное, так спокойно она ходит и рассуждает, и, то есть, куда-то попало, шторм здесь, корабль перевернутый, так ходит налегке, так, ой, там что-то Федора, там что-то там это, голос вообще как бы без паники, ну, такая подруга на полном морозе. Как бы хотелось, давайте, наверное, сейчас заглянем, что там у нас с кораблем. И я на этом буду заканчивать серию, потому что да, уже начинает растягиваться. Можно и пойти и сюда, и туда. Ё-моё, да тут офига... Не слабо так можно походить, побродить еще. Couldn't have caused a gash of this size. Так, еще лестница наверх, да? Ну да. Подняться мы можем? Можем. This place gives me the creeps. Ну, мурашки по коже. Ну, зачем ты полезла сюда? Надо было это сваливать отсюда. И все. Осталась одна на необитаемом острове. Смелая такая, ничего не боящаяся. Леди Шеннон. Is that Harry? No, just a recording. Тихий океан, Таити, киты. These knobs must control the vibrations inside this chamber.
us have survived, but we're stranded on this island. Please send help immediately. Ну, надо включить этот аппарат. На острове Панапе есть город Нанмадол, который полностью состоит из больших базальтовых структур. Легенда гласит, что город был построен из плавучих камней, перемещаемых черной магией. Я думал, что наша экспедиция провалилась, и беспокоился о том, как мы вернемся домой. Но потом я нашел лестницу, ведущую к этому гигантскому каменному... Органу, наверное, да? С его помощью мы, возможно, доберемся до самого сердца острова. В любом случае, мы ничего не можем сделать, пока кто-нибудь не услышит наш сигнал бедствия. Я передал ваше сообщение по радио, как вы и просили, мистер Эверхард. Сигнал будет передаваться в эфир до тех пор, пока на корабле есть топливо. Да поможет нам Бог. Even the crew of the ship that brought Harry's expedition to this island were afraid of it. 30 июня 34 года. 8:25 утра. Мы доставили на остров шестерых членов экспедиции Эверхарта без всяких происшествий. Мы вернемся за ними через 3 недели, если к тому времени останется что забирать. 12:40 пополудни. Покинули остров после обеда. Никаких происшествий. 1 июля 34 года. 6 утра. Окрестные воды кажутся подходящими для китобойного промысла. Можно... Even the crew of the ship that brought Harry's expedition to this island were afraid of it. Не помещается. Так, текст. О. Apparently, Harry's expedition waited for a long time to be rescued. Did they give up hope? Свойство черной жижи изменяет консистенцию, левитирует при воздействии различных частот вибрации. Все на этом проклятом острове так или иначе связано с этой чертовой черной жижей. Даже ненормальное поведение доктора Девита похоже обусловлено тем, что он подвергся воздействию ужасной жидкости. Ну как я... Так, я так понимаю... Я... Но она не работает. А, во, теперь заработала. А я вроде... А, там я как-то... Видать, как-то неправильно уводил. Так, и что я должен сделать? Тихо. Ага. Погоди. Так, методом научного кручения и верчения не получается. Пока что так, если мы сделаем так. Так. Включили. Это мы если... Ага. О, тихо. Отлично. Во. Все, хорошо. Я говорю, методом научного вращения и кручения все выходит.
Ну, примерно. А, еще один. Это последняя запись капитана. 14 июля. 10.25 утра. Хорошая погода и спокойное плавание остались в прошлом, когда корабль попал в неожиданное подводное течение. Я уже много лет не видел такого бурного моря. 17.25. Пополудни. Первый помощник клянется, что вскоре после этого видел возле нашего корпуса какую-то огромную морскую тварь. Это точно был не кит. Это был Ктулху. 100% здесь все связано с той вселенной. Прям очень похоже. Так, значит, давайте я сейчас сгоняю сюда. Да не, не то. Ага. Так, нет. Так, что-то включили. Это что-то... Подожди, сюда тоже идет, да, по-моему? Это что-то. Или нет? Или сюда не идет? Нет, сюда не идет. Значит, на улицу. Ладненько, пошли тогда на улицу. Просто кабель видно сюда. Заходит. Но ничего не происходит. Only God knows how long I've been covered in this black liquid. I wonder what it's going to do to me. Although I doubt anything could be worse than my illness. Так. Так. Выходим на улицу и включаем там. Здесь у нас ничего нет интересного. Ничего, да? Ты бы какой-нибудь фонарик бы с собой взяла, там, я не знаю. А, ну да, со светом намного круче. Как-то уютнее себя ощущаешь. Ну что, ребят, я думаю, на этом надо заканчивать. Все. Игрушка приятная такая. Лайтово проходящаяся. То есть задачки несложные. И это большой плюс. Ну, может быть, для кого-то минус. Ну, вот так вот чисто походить, побродить, да, это круто. Вот, чисто так после рабочего дня тяжелого посидеть, порасслабляться так, поизучать. Вот там еще что-то есть. Короче, дофиги, еще ходить и бродить здесь, и туда можно подняться, и там сходить, оу. Навалом всего. Ладно, ребят, на этом хочу раскланяться. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и Зов моря. Всем пока.